Друзья, доброе утро. Вот, у нас получилось. Супер, супер. Ja, ich, du übersetzt jetzt, was ich sage, ne? Ist ja klar, ne? Du übersetzt. Ich möchte mich für die lieben Grüße, Gesundheit, Glück, Liebe, die ich bekommen habe von euch, recht, recht herzlich bedanken. Wir können leider nicht jeden Einzelnen anschreiben, denn das sind so viele Glückwünsche gewesen. Das ist nicht machbar mehr. Deswegen haben wir uns entschlossen, das über einem Video zu machen hier. Wenn wir auspacken, dass ich da einfach nochmal ganz, ganz, ganz recht herzlichen Danke sage. Hubert, когда вышло видео, что мы объявили, что у Хуберта день рождения, пришло очень много комментариев. Поздравлением Хуберту. И я говорила: Хуберт, ты должен сам ответить, да? Ты переводишь, пиши на немецком, люди поймут. Он говорит: Полина, ну, поздравлений очень много. И он был так растроган, что в этом году его столько людей поздравили. И он говорит: я хочу, вот когда мы будем делать видео, сказать это на камеру и поблагодарить вас. В общем, он желает вам точно так же здоровья, счастья, всего-всего, всех благ вам. И спасибо же, конечно, огромное за то, что вы его так поддерживаете, за то, что вы его так любите. Это ему так необходимо. На самом деле он очень-очень хороший человек, очень добрый, очень отзывчивый. И ему, может быть, ну, не хватало этой любви. Спасибо вам огромное. Он счастлив от того, что очень много людей, особенно дам, поздравили его с днем рождения. Alles super. Alles? Gut, okay. Dann haben wir jetzt erst einmal ein Paket. Das sind zwei Teller. Und zwar, das müsste Vienna sein. Wien. Schade an diesem Teller ist, dass er einen Это Riss hat. Австрия, ребята. Austria. Мы получили два блюда. Ja, die haben einen Riss. Da geht nicht Hubert, mehr durch. Hier bitte, ja? Focus. So. Nein, nein, nein. Alles gut sitzen, ja. Mhm. Einen kleinen Riss, aber wusste ich. Normal sitzen, ja. Мы немножко сегодня по-другому. Мы установили камеру. И чтобы камера не тряслась, я сегодня работаю на три ноги, скажем так. Но все-таки я хочу вам показать, да, сама. Das war ein Geschenk. Das ist zusätzlich als Geschenk, weil er kaputt ist. Из-за того, что вот здесь, вот видите, маленькая-маленькая трещина, она даже не склеена, эта трещина, нам ее подарили. Мы, конечно, поставим ее в музей. Австрийская вещь, очень легкая, антикварная, в прекрасном состоянии. Вот только вот небольшая такая вот трещинка. So, gekauft habe ich eigentlich diesen. Und zwar ist das Silesia. Das ist der von 1900 bis 1923, 1909, glaube ich. Mhm. Это 19 век, говорит Хуберт. Ja. А, не, нет, это 20 век. Я думаю, что это по клейму идет конец 19-го, начало 20 века. Да. Kannst du gerade, das machst du? Sieht aus, wie wenn sie tanzt. Okay, so. Das ist etwas, was gekommen ist. So. Dann haben wir noch etwas geholt. Да, мы вчера ездили в Вюрцбург, и вы уже видели мое видео с... Ай, момент, Хуберт. Мое видео с салфетками, с картинами. Я напомянула, что мы ездили в Вюрцбург, и я была удивлена, что мы, когда зашли покупать картины, мы увидели, что это была русская женщина. Но мы не общались с русской женщиной, продавали ее внуки. Скорее всего, может быть, она умерла. Но когда я увидела вот эту вот кассету лицензионную, в Германии, в Вюрцбурге. Вот эта кассета, сказала Хуберт, этот фильм просто легенда для русского народа. Я не знаю такого человека, который бы не любил этот фильм «Любовь и голуби». И когда хочется, знаете, просто вот отдохнуть душой, я всегда включаю эту кассету и думаю, их завтра, Хуберт, «Дизе фильм фюр Руслан, фюр Руси Шлёйте, и зер, зер вихтих, рихтих, гуд, их во сне, твим».
für dich вот altdeutsche Filmen. Heinz Rühmann zum Beispiel. Ja, я даже не могу вот высказать, когда я вижу, смотрю на эту кассету, у меня прям вот, я нашла, представляете, ее, ой, Хуберт, Битте, Капут. Я, сука. Ну, ну ничего, я зашью. Vorhin beim Aufschneiden passiert. Если бы, ну, Хубер, если бы она не высветилась на камеру, да. Я бы не сказала. Это потом сейчас увидит. Но там было, это еще не все. Мы взяли еще и чеканки. Помните, 70-е, 60-е годы было очень модно чеканки. И написано было на русском, что там какой год, 60-70-е годы. И нам это просто отдали. Он говорит, вам это надо, возьмите. Я думаю, ну, конечно, мне это надо. Я даже хочу сделать такой русский уголок музея. То есть не в магазине, прямо отвести именно русская тематика, чтобы была. И там повесить вот эти вот вещи, которые из России. Окей. Bist du wirklich? Dann haben wir in Würzburg noch geholt ein kleines Bild, das ist auf да. Karton, auf Karton gemacht. Да, это не холст, да, да, это не холст, она не подписана автором, но, тем не менее, люди старались, и она неплохо написана. Да, она написана на картоне. So. Jetzt, Weihnachten ist vorbei, aber trotz allem haben wir Kleinigkeiten. Такая прялка была, ich только большая прялка. У моей бабушки она все время стучала. Тын-тын-тын-тын-тын. Она прила сама пряжу и вязала нам на стол. Шама, откуда мы? Шама. Weißt du, was das ist? Natürlich. Nein. Doch. Das ist термин. Natürlich. Это, знаете, такие прищепочки, когда вы... Я говорила, что в Германии все это назначают термины. Термин – это назначение встречи, скажем, к врачу, с подругой, там, я не знаю, еще какую-то. Это вот вы должны назначить время, да, и вы должны это записать. Здесь такие специальные календари продают. Ну, это в каждой семье, я думаю, есть. И вот такие прищепки, они, конечно, очень помогают. Там какую-то бумажку прикрепить. И вот эти украшения для новогодней тематики. Мы не просто лежали в этой коробке, и мы их забрали. А вот в этом пакетике, вот видите, такой запах, напоминающий, ну, не ладан, но близко к тому, ароматизированные свечи. Это вот такое вот тоже. Это вот такие новогодние у нас украшения, которые нам достались бесплатно. Очень sehr schön. Ja. Ja. Das ist halt drin. Ja. Ne? Ist halt drin. Okay, gehen wir weg. Machen wir weiter, da kommt nämlich noch ein bisschen was Schönes. So. Хуберт, а поехали мы туда за двумя картинами? Но оказалось так, что мы могли забрать. Как он радует. Sehr schnell, я. И буквально в соседней деревне, мы даже сняли немножко поездку, мы купили еще, забрали вот эти игрушки. Игрушки старинные, 60-е, 70-е, может, 50-е года. Айсфакольте. До сих пор работают. Да, я... Это продавец мороженого. Вот so. Такая вот then классная игрушка. А это вот на самокате. Aber ich habe keinen Schlüssel, kann ich jetzt nicht machen. Нету ключа, вот такой Пьеро катается. Он тоже заводится, но надо вот... Если по сокупцам извести, конечно, он поедет, мы уже пробовали, но ключа нет. Ну, вот такая вот милота, просто милота. О, я совершен. Так, это вот такая вот, смотрите, конструкция металлическая. Вы когда берете, нажимаете. Просто, ну, суперская птичка. И бежать. Мы так делали в детстве. Das ist ganz altes Spielzeug, ne? Да. Вот такая вот красивый велосипед. Ой, мотор, я, да, с мотора. О, да, с Хуберт. Ja, Aroma. Ich weiß schon, ja, wo man anzündet. Yeah. Ja.
Вот. Das haben wir noch von Frau von Jena. Угу. Да, вот а женщина, которая была русская, у нее был такой еще старинный самолетик. Наверняка он ей что-то напоминал, да, какая-то память была. Мы, конечно же, забрали, иначе бы они все это выкинули. А вещи, конечно, суперские. Это вот тоже какая-то старинная игрушка. Я думаю, что Найн-Найн-Хуберт. А я. Вот так она заводится. Поднимается этот. Ich bin man im Spiel. Рычаг поднимается, знаете, как вот ты. И они поехали. Вот такие старинные игрушки. О! И автомобиль, да, игрушки для мальчиков. Стефани, посмотри. Она пришла с тем, что я показываю ей. Он, этот автомобиль тоже заводной, слышите, да? Конструкцию. И, наверное, в конце этого видео я вставлю еще немного путешествий, когда мы забирали вот эти вот замечательные вещи. Ja, alles gut. Bisschen reisen. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Klinge da oben. Ja. Das da. Ja. Morgen war Levin. Ja. Darum ich spreche. Ah, wegen Levin. Вчера у нас приходил внук, а он все открывает, и мы, конечно, убрали со столов все, куда попрятали, потому что все ключи, все шкафчики будут открыты, перебраны. Этим ребенком зовут его Левин. И, конечно, мы вот сейчас вспомнили. Друзья, всем мира и добра и в путешествие вместе с нами. Пока-пока. Пока-пока. Danke nochmal. Hubert, wie heißen diese Stadt? Güntersleben. Güntersleben. Ja. Das ist Stadt? Nein. Dorf. Это деревня. Очень большая деревня. Кстати, вот нам помешал дождь снять наше путешествие. Мы объездили, наверное, сегодня 5 небольших городков и прилегающих к ним деревень. Но дело в том, что шел дождь, и не очень было хорошо видно, потому что постоянно работали дворники. И камера, конечно... Конечно, плохо фиксировалось, и ну, посмотрим, как сейчас. Вот дождь прекратился, это где-то вот высоко, прямо на горах, потому что мы поднимались очень высоко, но дождь, повторяю, ни погода не позволила нам снять эти красоты. Ну, надеюсь, что сейчас или на обратном пути нам это позволят сделать. Я очень люблю дождь, ну, дождь, когда ты сидишь в тепле, там, или, скажем, где-то в машине, или дома. Я очень люблю дождь, наблюдать его со стороны, из тепла, скажем так. И сегодня такая погода, что мы ехали, что даже было невозможно увидеть дорогу, вот так вот поливал, как из ведра, скажем так, дождик. Но дело в том, что мы сегодня забрали 2 маленьких столика, которые я буду... красить сама и ставить их в мою комнату. О, извиняюсь. Комната в стиле модерн, но я хочу сделать, покрыть эти столики серебряной краской, ну не серебряной, металлик, да, скажем так. И я думаю, что, ну, в общем, это будет неплохо смотреться. Данкишн. Маленькая улочка, камера работает на... Я супер. Ну, посмотрите, какая милота, как чисто, красиво. А у нас впереди перекрыта дорога. Jetzt muss ich hinlaufen, weil wir kommen da nicht weiter. Das ist so eine Kacke. Aber ist ja noch. Ja? Ich laufe schneller mal noch. Ja. Вот diese Turbine, aber ich kann nicht mitnehmen kann. Хуберт один пойдет на термин, а я подожду и...
немножко поболтаю с вами. Повторю, что я очень люблю вот эти вот деревни, несмотря на то, что я всегда жила в больших городах. И в последние 25 лет я жила... Нет, даже больше. Да, 25 лет я жила в Москве. И несмотря на это, возможно, я устала от вот этой большой суеты. Мне сейчас стали очень нравиться маленькие города. Ну, в Европе я имею в виду, да? Конечно, в России бы я не согласилась жить на периферии, потому что знаю, в каком состоянии эти маленькие городки. А вот здесь, так как Германия сама небольшая страна, можно путешествовать и получать удовольствие от просмотренности, как живут люди, как они благоустраивают дом, потому что на самом деле это сказка. Только нашел адрес, попробуем заехать с другой стороны. Такие большие склоны. Практически вот 45 градусов. Кстати, сегодня мы посетили социальный магазин. Я готовлю... Посетили один секонд-хенд. И я готовлю новое видео на мой канал о винтажной одежде, о стиле, о моде. Вот. И, конечно же, я купила, друзья, текстиль. И, конечно же, я вам покажу на моем канале в ближайших видео. На самом деле, у меня уже загружены видео в Ютубе, и они ждут своей очереди. Поэтому снимала я, конечно, их позже. Смотреть вы будете их, конечно, уже с опозданием, но это не важно там. Дело в том, что очень много всего, а хочется, чтобы ничего не забыть, отснять. Да? Вот. Так получается, что у меня несколько видео уже стоят в очереди, на, чтобы их выставили к вашему просмотру, скажем так. Кружим, кружим. У меня аж голова закружилась. Люди кружим, да? Чуть не вписались. В общем, мы не можем подъехать к этому дому, потому что там перекрыт кран, а вот другой дороги мы не найдем. Haben wir da oben vorhin jetzt oder nicht? Ja, ich denke. Mal gucken. Schustergasse. Wie heißt die Straße, was ich? Hubert. Ich weiß nicht, du musst selbst gucken. Это были ворота, и я так вот, пока хозяева не видят, покажу, как устроен их быт. Это вот большой дом, видите, какой, и там вот автомобили. Гараж на 3 машины. Дом на самом деле очень большой. Машины у всех хорошие. Хубер говорит, что сегодня нехороший день. У меня сегодня нехороший. Ну, я знаю, почему. Хубер, Хубертон нехороший. Я, конечно, не хочу его
компрометировать, поэтому, извините, не скажу. Сегодня, несмотря на дождь, прекрасное путешествие. Я купила то, что хотела. Несказанно счастлива. Кстати, готовлю видео о том, как я создаю колье, кольца. У меня уже очень много новинок, и я должна уже сделать это видео, в конце концов, потому что не откладывать. Вот. И мне пришли дополнительные материалы. Мне дочь привела из Москвы. Потому что в России вот этот вот материал намного дешевле, скажем так. И я вот буду еще раз делать одно колье, только уже в серебряном цвете. Вот видите, как здесь вот видно будет. Вот этот домик. Хочу вам показать, как, вот видите, кустарник, украшенный и пасхальными яйцами. Наконец-то мы нашли выход к этому дому. Дом очень большой. Здесь какая-то игрушка. И очень большие ворота, наверное, 15 метров. Вот, представляете, как они открываются. Очень большой дом, очень. Ну все, мы направляемся назад. Возможно, сейчас я вам сниму эти холмы, косогоры, горы. Римба. Da haben wir heute Ding geholt. Ja, ja. Die Stühle und den Tisch, wenn wir alles rumfahren werden. Это мы так сделали кругаля такие, что мама не горюй. А здесь, оказывается, этот маленький городок, где мы были, всего 5 километров отсюда. Представляете, а мы колесили черти знает сколько. Ох, Шатиле. Ja. Ich bin Schatzele. Ja, na, freilich bist du Schatzele. Natürlich, soll ich lieber das andere Wort sagen? Ich glaube nicht. Nein, nein, jetzt Video. Ja, ich mag. В городок, потому что он лежит у нас на пути, в котором были в первые вот в первый раз, то есть сегодня мы заехали в него, забрали эти два столика, и я не снимала видео, и вот хочу сейчас вам заснять, потому что das ist Stadt oder Dorf? Вот эта деревня, она очень большая, да, как будто это прям вот город, ну, милая, уютная, чистенькая, посмотрите какая. Но улочки очень-очень узкие. Может, еле разъезжаются две машины. Очень. А, узкие улочки, узкие штрассы. Штрасхин, я. Штресхин. А, вот видите, буква меняется. Штресхин и Стляйн, я. Хейсхин. Дюн, верихте за год. Ну, в общем, я как могу, так пытаюсь перевести. Перевести, сказать, когда вот мы говорим не улица, а улочка, да, у нас все очень часто уменьшительно-ласкательное.